Молодая мазырянка вне продолжительной схватки с преступником смогла отстоять свое имущество. Вечером девушка возвращалась домой вдоль заправки по улице Шоссейной. При этом разговаривала по мобильному телефону. Внезапно на нее напал неизвестный злоумышленник, стал душить и отбирать гаджет. Мазырянка не растерялась и изо всех сил укусила его за палец. Грабитель ретировался. Он убежал в сторону автовокзала. Потерпевшая вызвала милицию. Прибыв на автовокзал, обследовав территорию и опрашивая граждан, через несколько минут нами был замечен гражданин, который прятался в траве от мимо проходящих машин и был схож по приметам. Нами он был задержан, доставлен к месту происшествия, где наши сотрудники опрашивали потерпевшую. Девушка подтвердила, что этот мужчина нападал на нее, после чего он был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения и был доставлен в УВС Мозырского РОВД. Девушка очень точно смогла описать подозреваемого. Еще одной неопровержимой уликой стал укушенный палец. Злоумышленник задержан. В его крови обнаружен алкоголь. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Максимальное наказание за это преступление – до 10 лет лишения свободы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».